Сударь, вы делаете мне честь драться со мной, невзирая на рану, которая, несомненно, тяготит вас. Очень тяготит, очень тяготит. Однако шпага в моей левой руке не облегчит вашей участи. Я одинаково свободно действую и левый, и правый. Вы очень любезны, сударь. Для вашего плеча у меня есть чудодейственный бальзам, который мне дала в дорогу моя матушка. Если вы не побрезгуете им воспользоваться, по прошествии 3 дней вы будете исцелены, а когда вы поправитесь, я почту за великую честь скрестить с вами шпагу. Клянусь Богом, сударь, это слова человека, несомненно, благородного. Так говорили и действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый настоящий мужчина.